Хочу нагадати, після молитви зараз, під час молитви ми будемо молитися також за наших діток. І після молитви, дітки, будь ласка, йдіть в свої класи для занять. Читаю Боже Слово, яке записано в першому соборному посланні святого апостола Івана, другий розділ з 12-го вірша і нижче. Пишу я вам, діточки, що гріхи вам прощаються ради імення Його. Пишу вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам, юнаки, бо перемогли ви лукавого. Пишу вам, діти, бо ви пізнали Отця. Я писав вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже вас перебуває, і лукавого перемогли ви. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, пожадливість тіла, пожадливість очей і пиха життєва, не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Святий апостол Іван у своєму уже преклонному віці пише письма. І він пише, каже, діточки, він пише батьки, він пише до юнаків, до різних категорій. Чи він мав на увазі фізичний різний вік, зріст? Чи він мав на увазі духовний різний ріст? Немає значення. Значення мають істини, які заховані в цьому. Він каже, діти, вам прощаються гріхи. Батьки, ви пізнали Отця, юнаки весильні, тому що перемогли лукавого. І я дякую Богу за ці обітниці, за ці благословіння, які ми маємо в Ісусі Христі. Але після цього Йоанн продовжує писати, і він показує ключ або секрет для переможного життя. Він каже, не любіть світу, ані того, що в світі, хто любить світ, в тому немає отцівської любові. Він каже, в цьому світі це пожадливість тіла, пожадливість очей і пиха життєва. І він закликає послідовників Ісуса, щоб удалялися від цього і жили для слави нашого Господа. І одна з причин, чому відвідуємо Боже богослужіння, щоб почути Боже Слово істину, щоб отримати духовних сил для переможного життя, щоб дійсно ми були такими, якими бажає бачити нас Отець Небесний. Встанемо для молитви. Благословенний, славний, мирний час, який ти нам дав, Господь. Ми дякуємо тобі за твою велику любов, якою ти полюбив нас, Господь. Ми дякуємо тобі, Отець, що ти післав свого улюбленого сина, однородженого сина, Господь, у цей світ, який заплатив велику ціну, віддавши своє життя за наше викуплення, за наше примирення з тобою, за наше спасіння, за вічне життя, яке ти обіцяв нам. Господи, ми дякуємо тобі, що ти простив наші гріхи. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти відкрився нам, як писав Іван у своєму посланні. Ми дякуємо тобі, Господь, що ми перемогли лукавого, коли слово твоє перебуває в нас. Господь, поможи нам не любити цього світа, не любити то, що в цьому світі, тому що, Господь, тоді любові твоєї не буде перебувати в нас. Поможи нам зростати у благодаті, приносити плід для слави твоєї. Господь, благослови діток, які будуть іти в недільну школу на заняття, Господь. Дай їм зрозуміти істини ти, які будуть викладати їм їхні вчителі. А нас, хто буде в цьому залі слухати слово твоє, говори до нас Духом Святим. Дай нам чути
чути силу Твою, перебувати в благодаті Твоїй, відчувати помазання Святого Духа, Господь, у всьому служінні, хай буде це у нашому співі, Господь, у молитвах наших, у проповіді Слова Твого, віршах, Господь, хай буде помазання Святого Духа, а наші серця, Господь, зроби дійсними, Господь, здібними приймати Слово, яке Ти маєш для нас. Нехай усьому святиться ім'я Твоє, ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь. Нехай хваля Тебе земля і всі світи, нехай творіння все Бобі хвали Тебе, бо Ти великий Бог, Творець землі небес, зливи всього мого чуття хвалю. Сегодня есть в гостях братья, которые будут участвовать словом, и мы рады тому, что среди нас есть гости, мы можем услышать это слово, которое Бог положит им на сердце. И также я хотел поделиться словом. Вы знаете, это непростое слово, и может быть оно не каждому по душе будет, потому что оно обличительное слово. Оно обличает в первую очередь меня самого, и я думаю, что и каждого из нас тоже. И потому хотел бы обратиться к двум местам Писания, и первое прочитать из книги «Чисел», 25 глава, с 6 по 9 стихи. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа в скинии собрания. Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24
тысячи. Братья и сестры, здесь мы видим прекрасный поступок Финиеса, человека Божьего, который возревновал о Боге и рукою своею уничтожил грех двоих людей. После этого прекратилось поражение. 24 тысячи людей было погибших. Почему все эти люди погибали? Почему пришло поражение на израильский народ? Потому что они послушались совета Валаама, который советовал царю Валаку, чтобы его народ или женщины с его народа вступали в смешение с народом израильским. И таким образом он говорил и советовал ему, что вы приобретете победу, этот народ ослабнет, сам Бог будет воевать против народа израильского. И так он и сделал. И народ израильский с течением времени упал. Люди отошли от Господа, люди стали грешить, и пришло поражение Божье. Но хотел сказать, дорогие друзья, братья и сестры, что оно не пришло просто так. Один совет Валаама не мог бы произвести никакого абсолютно действия, если бы не нашлись люди среди народа израильского, которые приняли это как за чистую монету, так у нас говорят, которые бы не приняли этого учения, что ли, которое принесли для него, что это все нормально, вы можете жить, вы можете брать чужих людей, с чужого народа для себя жены и жить с ними, и просто спокойно себя чувствовать. И кто-то это все пропагандировал, кто-то это приносил в народ. И через то пришло послабление, пришло какое-то другое понятие. Ведь был Моисей, был Аарон, были другие люди, которые были духовные, которые знали Господа, которые знали правильный истинный путь, но почему-то их ни слово не принималось, отвергалось, и наоборот принялось чужое, которое стало в погибель для народа израильского, принесло поражение народу израильскому. И я хотел бы, братья и сестры, сегодня поговорить именно об этом, о том, какое сегодня чужое учение бывает приходит в наши жизни, в жизни наших сердец. Я читал, может быть, недели три назад, читал в своей Библии, читаю по порядку местописания. Я читал второе послание Петра. И, знаете, как-то все время прочитывал вторую главу, замечаю, понимаю, о чем там говорит, но в этот раз оно меня особо коснулось. И я думаю, Боже, помоги мне это принять для себя и вместе с тем, если будет возможность сказать об этом и для народа. Потому что в этой второй главе, вторая и даже третья глава частично, напрямую говорится о тех лжеучителях, которые входят в народ, которые учат чему-то другому, которые отвлекают народ от Бога и так далее. Я думаю, Господи, есть ли сегодня такие люди? Можем ли мы сами подпасть под это? Боже, помоги уразуметь это все правильно. И читая Писание, замечаю, что это была проблема первоначальной церкви, первоапостольской церкви, что были люди, которые учили иному. Послание Иуды тоже говорится практически полностью то же самое, что говорится во второе послание Петра, второй главе. И я думаю, что это слово важно, хотя оно, может быть, было конкретно и четко для тех людей того времени, но думаю, что оно важно и для нас тоже. И потому прочитаю только пару стихов из второго послания Петра, а потом хотел бы обратиться к той характеристике, которая показывает людей, которые приносят иное учение. Второе послание Петра, вторая глава, с 1-2 стихи. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении».
Очень строгое слово здесь написано. Говорится о том, что эти люди отвергаются Искупителя. По-другому можно сказать, что и здесь же, в этой же главе, объясняется чуть больше, говорится, что эти люди познали Христа, познали спасение. Их сердце было открыто для того, чтобы принять Христа в сердце свое. И они отвратились от всяких злых дел своих, повернулись к Богу, стали очищаться. Но прошло какое-то время, и эти люди говорят, что они возвращаются на те свои грехи, которые делали раньше. И употребляют иногда даже Слово Божье для того, чтобы, ну как бы, узаконить свои действия, показать, что мы правы. И многие люди стали следовать за ними или идут за ними, понимая, что да, возможно, это нормально. И эти люди были исполнены способности что-то говорить, что-то объяснять, и люди принимали это. Эти люди имеют наказание для себя, скорую погибель. Бог будет наказывать таковых людей. И путь истины бывает в поношении. То есть, со стороны других людей, со стороны, может быть, неверующих, людей, которые за церковью, видя, когда происходят какие-то вещи среди этих людей, они, ну, ругаются на церковь, они поносят церковь, они не любят верующих людей, они говорят, что там есть лицемерие, лицеприятие, есть грехи и так далее. И как важно, чтобы мы сегодня исправили, если что-то есть такое. И вот я бы хотел из этой же второй главы показать некоторые характеристики этих людей. Хочу сказать сразу, братья и сестры, что когда мы читаем о том, что есть какие-то учителя или лжеучителя, это абсолютно не значит, что это только люди, которые стоят во главе церкви, или те, которые ведут или руководят. Абсолютно нет. Этим человеком может быть абсолютно каждый из церкви, любой человек, который вдруг начинает обращаться не к тому, что нужно, и потом учит своих близних, и таким образом отводит их. И мы видим, как заблуждение иногда приходит в церквях, как люди отходят, частичка там, частичка там. Я был в Казани и увидел, что в нашей церкви тоже люди откололись от церкви, буквально несколько человек, но был кто-то среди них, который им показал нечто иное, и они пошли за ним. И это было печалью для сердец многих людей в церкви, когда они дружили годами вместе, когда ходили в церковь вместе, и вдруг отделились. Итак, первая характеристика, которая говорится про этих людей, это то, что они были прилеплены к похоти плоти. Глаза их исполнены любострастия. И другие слова, которые показывают эту характеристику. То есть люди, которые в свое время познали Христа, вместе с тем, ну, прилеплены к похоти, которые тело свое предают в различные греховные помыслы и так далее, которые даже грешат в этих направлениях и говорят, что это нормально, что это естественно, что мы люди, что Бог нас так создал и так далее. И мы сегодня знаем, что есть различные учения, которые говорят и показывают, что да, ты получил спасение, и этого достаточно, ты христианин, все хорошо, и ты можешь дальше жить, как себе хочешь, ты уже не потеряешь спасение, оно в твоем сердце есть, но ты можешь жить, как тебе хочется, ты можешь жить, как люди этого мира, ты не должен переживать, потому что однажды вошел Христос в сердце твое. И мы встречали таких людей, и я сам лично встречал, когда ты говоришь с ним, он говорит, я спасенный, я родился свыше, все. А ты смотришь, у него вся жизнь исковеркана, она полностью греха. А он говорит, но это все нормально, я ж спасенный, я знаю Господа. Какое великое заблуждение и какая беда, если этот человек приобретает какой-то еще авторитет и говорит другим людям, что ты тоже можешь жить спокойно, как тебе хочешь, но только прими Христа в свое сердце. Вторая характеристика этих людей – это то, что они были прилеплены к деньгам. Любовь к любостяжанию, к деньгам. Многие вещи они делали из корысти. И даже обращаясь к людям, они пытались
вытянуть, возможно, какие-то деньги. Вы знаете, всякий раз, когда я слышу слово об этом или читаю, я себе думаю: Боже, ну а я сам, как вот я? Я же сегодня работаю на работе, у меня есть определенный достаток. Вот есть у меня к этому какая-то тяга или нет? И я думаю, что это, братья и сестры, не относится слово особо к нам, потому что каждый из нас работает своими руками. Каждый пытается заработать что-то для своей семьи, для нашего стола, чтобы обеспечить его едою, обеспечить одеждой нашей семьи, наших детей, купить какую-то определенную машину. Это повседневные нужды, которые мы имеем. Но вместе с тем понимаю, что где-то за этим иногда может скрываться вот это вот любостяжание, жажда к наживе, жажда к какому-то излишнему богатству или какому-то лишнему, ну, ценности, что ли, в деньгах. Где-то оно может быть сокрыто в сердце человека, когда он, имея достаток, вместе с тем стремится к чему-то большему, иногда ненужному. Там нет никакой необходимости, но его сердце прилепляется к этому, и он ищет выгоду во всем. Он людей использует для того, чтобы себе сделать выгоду. Как жалко бывает то общество или те люди, когда среди них появляются такие, и которые ведут лишь за выгоды, которые прилеплены сердцем своим к деньгам. Как бедны бывают те люди, которые познали Христа, приходят в церковь, посещают служение, а их не сердце прилеплено к деньгам. Они ни о чем не думают ином. Оно становится их идолом, и они служат этому мамоне. Бедно и страшно положение таких людей, ибо это сыны проклятия, так говорится в этой главе. Люди, которых будет Бог наказывать, они не имеют сердца в своем правильного пути. Бог говорит мне много раз в Писании, что мы должны уделять нуждающимся из того, что мы заработали, что мы должны быть скромны и в своих поведении, и в своей жизни, чтобы у нас были правильные понятия. Так Писание говорит, в этом есть истина, в этом есть правильное положение. Но горе тем, которые отходят в сторону от этого учения. Третий момент, который характеризует этих людей, написано так, что они дерзки, своевольны, презирают начальство. Дерзки, своевольны, презирают начальство. Люди, которые противятся всему тому, что говорится для них от тех, которые есть старшие, которые все время проявляют некую дерзость сердца своем, своевольны. Вы знаете, я не раз встречаюсь с нашими подростками здесь, в других церквях, и я вижу, как многие из них, многие, в основном, практически все, добрые и прекрасные дети. Они послушны, они открывают свое сердце, они смиренны, они готовы сделать все то, что ты им говоришь. Иногда, может быть, они где-то в душе своей не хотят, но вместе с тем приучены к послушанию, приучены к повиновению, и они это делают. И ты только радуешься тому, что они в правильном положении находятся. Насколько они благословенны, и в наших семьях такие дети, и мы славим Бога, что они послушны. Но иногда бываешь, встречаешь такого человека, ты ему говоришь простое слово, а у него бунт в сердце, а у него какая-то неприязнь, негодование. Он просто не хочет, он дерзок, он отвечает тебе неправильно. И думаешь: Господи, я-то обойду тебя мимо, я-то ничего тебе не сделаю, ты чужой человек для меня. Но я знаю, какое бедное положение тебя ожидает в будущем, если ты останешься в этом сердце. Если у тебя не будет смирения, и ты не будешь послушный, Бог будет наказывать. И как важно, чтобы сегодня каждый человек на этой земле умел быть послушным, умел быть смиренным, умел почитать своих пасторов или своего начальника, своего лидера, кто бы он ни был. Будет ли это в церкви, будет ли это на работе. Как часто сегодня мы в церкви прекрасны, а на работе мы презираем любого начальника. Мы себя ставим выше всех остальных. Так Бог везде присутствует, и Бог каждого видит. Важно иметь смиренное сердце, доброе, открытое, послушное. И в этом есть благословение. Четвертый момент. Эти люди, эти лжеучителя обманывают с наслаждением.
написано так, что они наслаждаются обманами своими, першествуя с вами. Обманами. Человек, познавший Бога, знающий Христа, вдруг в какой-то момент отходит и начинает обманывать жизни своей. И говорит одну вещь за другой. И даже не чувствует никакой зазрения совести, так у нас говорили. Совесть уже его не обличает. Потерялась совесть, сожглась полностью в своем существовании. Обманывает и иногда с наслаждением. Это страшное положение. И я не думаю, что сегодня среди нас есть такие люди, которые прилеплены к этому греху. Но если где-то немножко и проявляется, и мы сегодня пытаемся обмануть кого-то, или сделать что-то неправильное, которое совершенно не показывает правду Божью, Господи, сохрани и помилуй, потому что мы встаем на путь этих сынов проклятия, на путь этих лжеучителей, которые делают это с ненасытимостью, с наслаждением, которые потеряли совесть свою. И в этом есть большой страх. И последний момент. Я взял его из книги Иуды, 1 глава, 6 стих, потому что послание Иуды тоже говорит как бы об этих людях. Мне трудно сказать, апостол Петр и апостол Иуда говорили ли правильно, ну, об одних и тех же людях, но читая их описание, этих людей, прихожу к выводу, что это практически те же самые люди или те же самые лжеучителя. И он добавляет там еще один момент, который говорит, что эти люди ропотники, ничем не довольные. Ропотники, ничем не довольные. И для нас, кажется, все понятно в этом слове. Не нужно много пояснять. Если сегодня человек встает на путь недовольства, встает на путь ропота, он встает на путь этих лжеучителей. Он встает на путь тех, которые погибли в пустыне от своего ропота, которые никогда не вошли в обетованную землю. Они встают на путь, где будет наказание Божье, но не благословение. Как часто бывает, что проявляется такое среди нас. И я хочу сказать, братья и сестры, чтобы мы сегодня наблюдали за собою, чтобы в сердце нашем было довольство. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Да, не все может быть идеально, не все может быть абсолютно правильно, но Бог со мною, Бог наблюдает за нами, Бог видит все, и Бог делает свою работу. И пусть Бог разберется с тем или иным ситуацией, пусть Бог поможет разрешить все это. Я буду молиться, я буду просить пред Богом, чтобы Бог помог, а я буду спокойный в сердце своем. Господи, дай мне спокойствие, дай мне быть довольным, помоги мне уходить от этого недовольства, от этого ропота, иначе я потеряю благословение. И вот, братья и сестры, эти 5 характеристик. Я бы хотел, чтобы мы, ну, помнили об этом. Любовь к деньгам, прилеплены к похоти плоти, дерзки, своевольны, презирают начальство, обманывают ропотники. Эти моменты, я знаю, что, братья и сестры, имею право сказать, что нету среди нас таких лжеучителей. Но, возможно, кто-то из нас в каких-то определенных моментах скатывается вот на эти проблемы, которые были у этих людей, на какую-то из этих характеристик. Может быть, где-то обман у нас появляется, где-то ропот, может быть, недовольство. Боже, сохрани и помилуй всех нас, чтобы мы ушли от этого. Я бы хотел сказать, чтобы каждый из нас, думая об этом, важно, имел понятие, что важно убить в самом себе все эти чувства. Чтобы каждый из нас стал на позицию Финиеса, который взял в руку свое копье, пришел и поразил этот грех. Чтобы мы взяли это духовное копье, этот духовный меч и поразили в себе эти греховные характеристики. Чтобы они не были в моем сердце, чтобы они не были в моей душе. Господи, если это действительно было так, прости меня за эти моменты, ибо ты будешь наказывать, ибо я встаю не на ту позицию, которую ты хочешь видеть меня. Помоги мне, даруй мне силы, чтобы мы могли покаяться в этом, попросить прощения перед Богом. Важно, чтобы мы
сумели сохранить себя от таких мыслей, от такого положения, потому что за каждым из них идет наказание Божье. И читая Писание, мы вспоминаем, может быть, много примеров. Ахан обманул, полюбилось ему богатство, пошел за этим богатством, и Бог поразил смертью. Анания и Сапфира обманули, и Бог поразил смертью. Мы видим, что люди противостояли Моисею, говорили, кто тебя поставил и так далее, и Бог поражал смертью. И многие-многие вещи, которые мы видим из Писания, говорят об этом, что Бог наблюдает за этим всем. И Бог, Он святой, и Он не потерпит, чтобы Его путь был в поношении. А путь бывает в поношении. Действительно, когда среди людей верующих, когда в Церкви Божией появляются такие люди, которые дерзки, своевольны, прилеплены до греха, до похоти плоти, люди это замечают, люди это видят, и потому путь истинно в поношении. Церковь не имеет успеха, нет благословения, и сам Бог начинает действовать там. Я бы хотел сказать, братья и сестры, мы очень часто призываем Бога, чтобы Он пришел и благословил нас, благословил наше служение, чтобы было Его присутствие здесь. Но я хочу сказать, братья и сестры, давайте будем бояться Бога, потому что Бог всегда присутствует, только Он может присутствовать с мечом или с благословением. Бог может наказать, а может благословить. В народе израильском Бог постоянно был, Он никуда не уходил. Но Бог наблюдал, как люди живут, как они поступают. И 24 тысячи людей погибли не просто так, а за то, что там Бог присутствовал, а Он святой. А если есть грех, Бог наказывает грех. И потому не может быть иначе. А если святы, если стремимся к Богу, живем чисто, Божье благословение прибудет. Обязательно! Так не может быть иначе, только так. И Слово Божие открывает нам это. Потому пусть Бог благословит нас всех, братья и сестры, чтобы мы приближались к Богу, чтобы в нас лучше появлялась ревность к Господу, а не ревность к земным, мирским, греховным вещам. Ревность к Богу, как у Финиеса, но не греховные вещи, как у этих людей, про которых мы сегодня говорили. Пусть Бог благословит. Давайте мы помолимся Ему и прославим Его имя. Аминь. Господь Иисус, мы предстаем пред лицом Твоим. Мы Твои дети, Господь. И мы благодарны Тебе за то, что Ты принес нам спасение. Мы сегодня спасенны, мы славим Тебя, Господь. Аллилуйя Тебе, Иисус. Кламана щада лабиды регертус. Господи, но Ты знаешь, Боже, наше хождение пред Тобою. Ты знаешь, Боже, что иногда мы спотыкаемся и падаем, согрешаем, но мы, Господь, верим, что Ты прощаешь нас, когда мы каемся, когда мы просим милости у Тебя, Ты очищаешь нас кровью Своею. Аллилуйя Тебе, Господь! Аллилуйя Тебе, Иисус! Я знаю, что мы добрые люди, наша церковь, наш народ, Господь, прекрасные, благословенные люди. Но, Господь, иногда, может быть, мы отходим в сторону и позволяем греховным вещам входить в жизнь нашу. Иисус, прости нас, что мы, Господь, иногда отходим в сторону, может быть, не замечая Твоего Слова, может быть, оно проходит мимо нашего сердца, мимо наших уш, и мы, Боже, прилепляемся к греховным вещам. Боже, прости, Господь. Боже, желание моего сердца, чтобы Ты благословил нас, чтобы Ты не наказывал нас, Боже, но благословил. Боже, мы просим прощения у Тебя, Господи, если роптали в сердце своем, если негодовали на что-то, Господь, если проявляли, Боже, дерзость, презирали начальство, Господь. Прости нас, Боже, за эти вещи. Может быть, сегодня кто-то обманывает, и как же это, нету Бога рядом, нету наказания никакого, все нормально, но нет, это грех, и Ты видишь это, и святым очам Твоим неприлично смотреть на это, и Тебе не нравится это, Ты противишься этому, Господь. Потому прости за это, Боже, и помоги, чтобы всякий человек, всякий христианин уходил от обмана, уходил от этого греха. Господь, Боже, страшно говорить, что, может, сегодня кто-то прилеплен к похоти плоти, кто-то сегодня, возможно, на интернетах сидит и смотрит непристойные вещи.
И, Господи, глаза исполнены любострастия, и другие вещи, Боже, Ты знаешь. Боже, это страшно. Но, Господь, мы просим милости и благословения, пусть всякий придет страх Божий пред лицом Твоим, чтобы оставить эти грехи, чтобы оставить это зло и не делать его, но обратиться к Богу живому, который дает свободу и чистоту сердца. Господь, мы просим Тебя, Боже, удали нас от любострастия, удали нас от любостяжания, от того, чтобы мы не были прилеплены к деньгам, чтобы это не было нашим идолом. Господи, помоги нам быть разумными, сбалансированными в своем хождении пред Тобою. Благослови народ Твой, Боже, дабы Твое благословение приходило, но не поражение, Иисус. Прибудь с нами, Господь, благослови нас, а Тебе мы славу несем, Тебе, нашему Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Сына Своего Единородного за наши грехи, дабы мы, веруя в Него, получили спасение. Поклонимся Ему стоя, выслушаем хвалебный хорал с нашим сердечным участием «Свят Господь Саваоф». Слова из книги пророка Исаия, 6 глава. Музыка, известный русский композитор Дмитрий Бортнянский. Сестри, святий Господь для нас дав цей недільний день, воскресний день.
І ми прийшли прославити нашого Господа і почути, що Він скаже для нас. І нехай Господь нас благословить всіх бажаннях. А тепер Денис бажає заспівати псалом. Виходь, Денис. Після Дениса сестра Надя Шевчук розкаже вірш, і її діти теж заспівають псалом. У нас сьогодні дуже багато поступило от таких бажань. Хотілося б, щоб такі бажання поступали в вечірньому богослуженні і в середу, коли в нас є на будні богослуження. Чому-то всі збирають на недільний день і на ранок. У нас є й гості, нехай Господь благословить. І після цих співів брат Міша у нас в гостях, він буде говорити слово. Косарі на лугу размагалися острыми косами, что им Божий цветок им весь делал работу свою. Я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи, на милость, лишь только на милость твою. Я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи. На милость, лишь только на милость твою. Только вера в тебя, вот моя неизменная спутница. Вера в то, что ты всем управляешь своею рукой. И я знаю, Господь, что за меня ты заступишься, и спасительным камнем ты станешь пред острой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься, и спасительным камнем ты станешь пред острой косой. А иначе зачем ты поил меня дивными росами? Для чего показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Косари на лугу отмахались острыми косами. Завершен синагог, ну а я не беременным стою. И как прежние дни, упиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. И как прежние дни, упиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою.
власть твою. Нувати без надії, віри і любові. Жити – це себе перемагати, підкоряючи вершини нові. Це долати ворога спокуси, зберігати душу від падіння і з живою вірою в Ісуса сповіщати іншим про спасіння. Нам життя дароване для того, щоб горіти, але не згоряти. Серед світу грішного та злого людям шлях до неба прокладати, щоб до ближніх ми були готові проявити завжди розуміння і нетлінну іскорку любові пронести крізь бурі і гоніння. Не шукайте легшої дороги до вершини сяючого неба, через гори труднощів, тривоги перейти не раз вам буде треба. Але пам'ятайте, саме в цьому, в сірих буднях, смутку і в тривозі, не в достатку нашому земному, наше щастя саме в перемозі. А тому з надією на Бога так життя потрібно нам прожити, щоб як ця закінчиться дорога, не прийшлося потім нам жаліти. Небо надо мной синеет, или мрачный час ночной, свет добра в душе лелею, потому что ты со мной, ты своей святой рукою посылаешь мир покой, я иду твоей тропою. Твердо знаю, ты со мной, ты со мной, и с тобой легко мне везде. Ты со мной, рядом в радости, рядом в беде. Ты со мной, твои милости вижу вокруг. Ты со мной, мой Господь, самый лучший мой друг. И с тобой легко мне везде. Рядом в радости, рядом в беде. Ты со мной. Твои милости вижу вокруг. Ты со мной, мой Господь, самый лучший мой друг. И долиной тени смертной, и холодный мрак ночной не вредят душе бессмертной, потому что ты со мной, укрепляешь, помогаешь, и своей святой рукой ты к отчизне направляешь. Нелегко ведь ты со мной, ты со мной, и с тобой легко мне везде. Ты со мной, рядом в радости, рядом в беде. Ты со мной, твои милости вижу вокруг. Ты со мной, мой Господь, самый лучший мой друг. И с тобой легко мне везде. Ты со мной, рядом в радости, рядом в беде. Ты со мной, твои милости вижу вокруг. Ты со мной, мой Господь, самый лучший мой друг. И когда приду к отчизне, знаю, встретишь пастырь мой, и мне скажешь вечной жизни, будь вовеки ты со мной. Духом пронзённым и услышав голос твой, прошепчу,
я всех счастливый, потому что ты со мной. Ты со мной, и с тобой легко мне везде. Ты со мной, рядом в радости, рядом в беде. Ты со мной, твои милости вижу вокруг. Ты со мной, мой Господь, самый лучший мой друг. И с тобой легко мне везде. Ты со мной, рядом в радости, рядом в беде. Ты со мной, твои милости вижу вокруг. Ты со мной, мой Господь, самый лучший мой друг. Благословен Господь, мир вам, братья и сестры. И пусть сегодня святой Божий мир наполнит сердца каждого из нас. Дорогие мои братья и сестры, нам сегодня так необходим мир Божий. Много есть переживаний, много забот, много проблем. Но когда мы приходим в Дом Божий, хотелось бы все оставить там за порогом и внимательно слушать то, что сегодня говорит нам Господь через слова Священного Писания. Иисус Христос когда-то обратил внимание на женщину, которая очень внимательно слушала все то, что Он говорил. Просто села и слушала. А другая сестра ее, она заботилась, она суетилась. Христос обратил на это внимание и говорит: Мария избрала благую часть. Братья и сестры, я хорошо разумею то, что мир приходит от Бога, с неба. И пусть сегодня наши сердца будут направлены на то, чтобы внимательно слышать, что всемогущий Бог хочет сказать нашим сердцам. Знаете, я, как проповедник Слова Господня, много времени размышлял об одном тексте Священного Писания. Может быть, и вы когда-то задумывались. И вроде простое место Писания. Пастор, добрый пастор, оставляет 99 овец и идет искать одну заблудшую овцу. И я так думал: Господи, ну ты же не оставляешь детей твоих. Даже если ты и ищешь одну заблудшую, ну как, ты же не можешь оставить. Тем более ты сказал: я всегда с вами, не оставлю вас. И знаете, я так молился, говорю: Господи, здесь что-то сокрыто. В этом тексте Священного Писания есть какая-то глубина. И однажды Господь сказал мне, говорит: когда я даю слово для проповеди, это слово, возможно, не для всего народа. Может быть, некоторые только принимают сердцем, и это для них может быть как какой-то якорь, как какая-то веревка для спасающего, за которую он может ухватиться и получить спасение. И я тогда сказал: Господи, я благодарю Тебя. И знаете, я помню один такой момент, особенно яркий, когда, проповедуя Слово Божие, я не знаю почему, но говоря об Илии, как он молился, чтобы дождь пошел с неба. И я сказал такие слова: молитва услышана, смерти не будет. Я имел в виду, что уже не будет засухи на земле. Уже отрок увидел облако с ладонь человеческую на небе. Пришел, сказал Илии, и Илия говорит: иди скажи Ахаву, пусть запрягает колесницы, потому что слышен шум дождя. И я сказал, что не будет уже смерти, потому что молитва услышана. И я увидел, как с последней скамейки женщина просто быстренько выбежала из молитвенного дома. Вы знаете, а потом я узнаю, уже на вечернем собрании у нее такая большая благодарность Господу. Оказывается, ночью у ее матери, она жила вместе со своей матерью, случился инсульт.
и забрала скорая помощь. И ей сказали, что, значит, ну, готовьтесь уже это, потому что она без сознания. И вы знаете, и вот эти слова, которые прозвучали, она приняла это в свое сердце. Она прибежала в больницу, уже мать ее разговаривает. И руки, ноги ее движутся. И после этого она еще жила несколько лет. Слава Богу, братья и сестры, что Господь иногда даже вот одному человеку говорит. Помню, в нашу церковь приехал брат, гость, километров за 200. Он живет от нашей церкви. И вышел проповедовать, еще не стал изъяснять текст Писания. Говорит, Господь открывает, что здесь в собрании есть человек, которому надо покаяться. Знаете, я так сижу и думаю, из 300 человек, ну, наверняка ж надо кому-то покаяться. Ну. Он говорит, там на балконе молодой человек, тебе сегодня надо покаяться. Никто не выходит. Он, такая пауза, все ожидают, никто не входит. Он опять повторяет, там на балконе молодой человек, ты сегодня у своей бабушки уворовал деньги, и за эти деньги ты хочешь купить мотоцикл. И если ты это сделаешь, ты сегодня погибнешь. И потому милость Божия к тебе, потому что за тебя молится твоя мать. Знаете, встает молодой такой парнишка, лет, наверное, ему тогда 16-17 было, со слезами, бежит вниз, падает на колени, достает из кармана деньги. Здесь бабушка в собрании, она его обнимает. И как чудесно, правда, братья и сестры? Вроде бы к одному в собрании много людей, но Бог к одному обращается, потому что Он хочет вот эту овцу заблудшую спасти. Слава Господу! Поэтому, дорогие мои братья и сестры, если слово Господне сегодня звучит, может быть, ты понимаешь, что это не для тебя. Молись Господу, чтобы Бог благословил это слово для тех, для кого оно направлено, потому что в Слове Божьем есть могущественная сила спасать. Слава Господу! Я хочу прочитать из Священного Писания, вторая книга Царств, 13 глава, с 18 стиха. Это очень знакомое место. Я думаю, что вы, читающие Слово Господне, неоднократно обращали внимание. 13 глава, с 18 стиха будем читать. На ней было разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон, и запер за ней дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. Братья и сестры, я напомнил просто вот это событие, которое было в Израиле. Если кто хочет больше подробно, вы можете дома прочесть это, но я хочу сегодня говорить о неком важном деле. То, что может быть иногда происходит и в нашей жизни, я не знаю. Вы знаете, эта беда произошла в доме благословенного Богом человека, который от своего детства, от своей юности служил Господу. Это Давид. Был пастух Давид, стал царем Давид. И вы знаете, что произошло в его доме? Вы знаете, в то время, в которой жил этот человек, разрешалось многоженство. И у него было несколько жен, было много детей. И один из его сыновей полюбил его дочь. Они были от разных матерей. И настолько полюбил, что
послушал хитрого плана одного из своих друзей, он обесчестил свою сестру и сделал это великое зло в Израиле. Изнасиловал ее и потом прогнал из своего дома. Она умоляла его, она плакала, говорит, не делай так. Но она не могла ничего сделать, она не могла противостоять. И когда она вышла из его дома, она разорвала на себе платье разноцветное. Мы читали, что это платье носили дочери царские, такое платье красивое она разорвала, посыпала пеплом голову свою, шла. И Писание говорит, не просто плакала, вопила. И вы знаете, вот первым вот у меня вопросом, что сделает отец? Как поступит? И знаете, Священное Писание говорит, что Давид услышал об этом, разгневался, и все на этом. Не сказал ни худого, ни доброго. Но ее, вот эту девицу, встречает ее родной брат от одной матери, имя которого Авессалом. И говорит, не плачь. И вы знаете, весь Израиль в тот момент ожидал правосудия. Давид, как никто другой, знал закон Божий. Он знал, что ему нужно делать. Но почему-то ничего не делает. И родной брат решил все-таки, чтобы справедливость восторжествовала. И вы знаете, Израиль весь смотрел, что происходит в доме царя. Вы знаете, особенно, наверное, вот люди смотрят, да, за теми, кто выше стоит. Что происходит в доме пастора, что происходит в доме диакона, оно видно, очень сильно видно. Что происходит там в домах просто членов церкви, ну, не так заметно. Но что происходит на высоте, очень видно далеко. И весь Израиль ожидает решения Давида. Но никакого решения. Священное Писание говорит, что эта несчастная девица, она стала жить в доме своего брата Авессалома и жила в таком, как в изгнании, жила в такой печали, жила, вот знаете, подавленная, убитая, обесчещенная. И здесь Слово Божие говорит, я об этом не буду читать, Авессалом решает, как, каким образом отомстить, и убивает своего брата. Убивает. И после этого он становится изгнанником, он убегает в другую страну, там живет больше, чем 3 года. Живет. Но я хотел обратить внимание на следующее, братья и сестры. Почему Давид так поступил? Почему не принимал никаких решений? По закону, этот человек, который совершил насилие, он должен был или взять в жены ее, или он должен был наказан быть смертью. По закону. А вы знаете, Давид иногда очень жестоко применял закон. Очень жестоко. Но я не о том хочу сказать. Давид не делает ни то, ни другое. Почему? Братья и сестры, и у меня сразу вот появляется мысль, а одинаково ли Давид относился ко всем своим детям? Вот помните, в Священном Писании сказано, вот у Иакова рождаются сыновья, рождаются дочери, да? И вот рождается, написано, сын старости, Иосиф.
И он что делает? Это мы читаем в книге Бытия. Он пошил ему разноцветную одежду. И дальше написано, и возненавидели его, братья его, за то, что отец их его больше любит. Вы понимаете, что происходит? Дорогие мои братья, прошло время, и сестры, проходит время. Соломон возвращается, Авессалом возвращается опять в свою землю. И вы знаете, израильтяне его принимают как достойного человека. Они понимают, что он сделал правильный поступок. И Давид вынужден убегать из своего дома. Царь, помазанный Богом. И Священное Писание говорит, что он босиком выбегает из своего дома и идет. И даже он сказал там какому-то язычнику, говорит, я иду и не знаю, куда иду. Что же случилось, Давид? Неужели твоя жизнь в старости будет вот такой в изгнании? И знаете, почему он убегает от своего? Убегает от Авессалома. Убегают, он боится, потому что ему уже сказали, что большинство израильтян на стороне твоего сына. А почему это случилось? А потому что первоначально не было справедливости в поступке Давида. Если бы он вот этот вопрос решил справедливо, как отец, как царь, как помазанник Господний, да, может быть, надо было принимать очень веское, конкретное решение. Но он это не сделал. Почему? И вы знаете, даже вот этого сына своего, насильника, да, он никак не наказал. Наверное, не одинаковое было отношение у отца к своим детям. И знаете, и тот второй текст Писания, который я вам напомнил из книги Бытие, да, он говорит то же самое. Благословенный Богом человек, это человек, который просто искал Божьего благословения. Ну вот, рождаются дети. И одного он любит особенно сильно. И даже разноцветную одежду шьет ему. И написано, и возненавидели его братья его. Дорогие мои братья и сестры, вы знаете, я не буду долго повторяться на вот этих моментах, но я хотел бы, чтобы каждый из вас, кто сегодня имеет своих детей, чтобы вы поняли очень важную истину. Мы, как родители, матеря, отцы, должны абсолютно одинаково относиться ко всем своим детям, чтобы не было у вас любимчиков. А вот этот, вот он особенный такой. И другие дети, они видят привязанность родителей к этому, и возникают проблемы. И вы знаете, и эта проблема довела до того, вы знаете, я сегодня не хочу оправдывать Авессалома, он тоже был во многом неправ. И сильно уж так обвинять Давида. Моя мысль о том, чтобы каждый из нас не повторил вот ту ошибку. Знаете, почему я люблю Слово Божие? А потому что оно нам показывает, как нам нужно поступать и как нам не нужно поступать. И вот Слово Божие говорит, идет Давид, уже старый Давид. Уже он не мог воевать так, как воевал в молодости. Он уже не может так прощой, ловко вот, работать, как это было в молодости, когда просто Бог с ним был, когда он и льва, и медведя побеждал. Знаете, идет старик, знаете, есть, наверное, что вспомнить, потому что все-таки опыт жизни, все-таки, вы знаете, действительно есть что вспомнить. Идет босиком, идет как изгнанник, плачет Давид. Давид, чего ты плачешь? Беда пришла в мой дом. Родной сын восстал на меня. Дорогие мои братья и сестры, чтобы нам
послушайте меня внимательно, в старости не идти и не плакать, чтобы нам в старости не ходить вот такими разбутыми, потерявшими всякую надежду. Сегодня, когда ты в семье, во имя Господа, я прошу тебя, поступай по слову Господнему. И если не знаешь, как тебе поступить в той или другой ситуации, иди к священнику, иди к служителю. Вы знаете, даже язычники, люди, скажем, которые были отчуждены законов Господних, и то в какие-то трудные минуты жизни они шли к тем, кто знают Господа. Помните, когда тот темничный страж вбежал, да, и припавший к Павлу силе и говорит, что делать, чтобы спастись? Знаете, человек понимал, что те люди, которые имеют общение с Богом, они дадут правильный совет. Иногда в жизни нашей, братья и сестры, бывают такие ситуации, бывают. И мы не знаем, а как нам поступить в этой ситуации. Молись Богу, иди к служителю, и он тебе скажет, как нужно поступить на основании Слова Божьего. Но ни в коем случае нельзя поступать лицеприятно, лицемерно. Ни в коем случае нельзя. Бог будет на твоей стороне, когда ты поступаешь справедливо. Знаете, апостолы когда-то говорили, каковы мы на словах заочно, таковы и на деле лично. То есть у нас нет двойных стандартов. У нас нет каких-то, вот знаете, вот любимчиков. Ага, вот этот человек, вот, может быть, он как-то вот лучше ко мне относится, значит, я буду его больше любить. Знаете, интересный такой момент, когда я стал говорить о том мире Божьем, который приходит в жизнь нашу. Знаете, Христос сказал, что я даю вот такой мир. Он не такой, как этот мир дает. Я даю вам мой мир. А чем отличается Божий мир от мира, который приходит от этого, от этой земной жизни? Я вам скажу, когда у человека никаких нету проблем, когда нету болезней, когда нет никаких трудностей, и вроде бы человек уже внутренне чувствует какой-то комфорт и чувствует уже все хорошо, все нормально. Да? Это мир, который вот этот мир дает, он оттуда приходит. Или человек что-то приобрел, вот, работал, трудился, купил землю. Пришло какое-то удовлетворение. Построил дом, купил машину, замуж отдал дочку, взял, может быть, на руки внука. И приходит какое-то такое, вот, знаете, умиротворение. А вот Божий мир, почему Бог сказал, что тот мир, который я даю, он не такой, какой дает этот мир. Потому что Божий мир, он не зависит от обстоятельств. Он не зависит от тех внешних вот, условий, в которых ты находишься. Потому что а сердце твое поет. Апостол Павел избитый, закованный в цепи, окружают его воины. Слово Божие говорит, а он поет. Павел, чего ты поешь? Мир Божий наполняет сердце. Аллилуйя. Дорогие мои братья и сестры, когда мы будем стоять на основании Слова Божия, когда вот этот фундамент жизни будет под нами, мир Божий будет наполнять тебя, будет наполнять твое сердце. Даже тогда, когда ты будешь видеть, может быть, враг начинает обкрадывать детей твоих, может быть, дьявол где-то еще что-то хочет, какой-то ущерб делать тебе, стой на основании Слова Божия во имя Господа Иисуса Христа. Это есть прочное основание, оно непоколебимо. Слово Божие говорит, что мир, который я даю, он превыше ума человеческого. Он превыше, ты, может быть, еще не понимаешь, почему так. Но когда ты стоишь на основании Слова Божия, ты никогда не ошибешься. Аллилуйя, слава нашему Господу. Дорогие мои,
Братья и сестры, и чтобы нам впоследствии не плакать, когда наши силы уже будут не те, когда, может быть, седина покроет наши виски, когда, может быть, уже дети от нас разбегутся, разлетятся, как те птички по своим семьям, чтобы нам не плакать, чтобы нам, как Давид сказал, помните, вот межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Чудесные слова. Чтобы, братья и сестры, мы могли, однажды, посмотревши на свой жизненный путь, в глубокой старости сказать, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое прекрасно для меня. Это только при том, когда ты будешь стоять на основании Слова Божия, когда это непоколебимое основание будет опорой твоей жизни. А если ты не будешь на этом основании стоять, ты не сможешь потом вот так с благодарностью, с радостью увидеть то, над чем ты трудился всю твою жизнь. И поэтому пусть Бог благословит вас, дорогая церковь, братья и сестры, я вас теперь хочу призвать к молитве. Я не буду вызывать кого-то на покаяние, но я хотел бы, чтобы каждый из вас сегодня, проверяя свою жизнь, а может быть вы даже и в присутствии других детей когда-то сказали, что вот этот любимчик мой. Знаете, иногда мама и папа вроде с доброго такого, знаете, побуждения, да, вот папа начинает доченьку больше любить, меньшую, вот, а мама старшего сына больше начинает, и как-то вот оно в семье получилось, а другие детки растут и смотрят на это, и смотрят, а потом вырастут, и они могут сказать, мама, а ты любила? Или папа, а ты любил того больше. И вы знаете, и вот это чувство некой отверженности, некого недостатка любви, оно иногда такой отпечаток делает на сердцах молодых людей, подростков, что они помнят это всю свою жизнь. И поэтому, когда мы будем теперь молиться, стоя на наших ногах, я бы хотел, чтобы перед всемогущим Богом мы сказали, Господь, если мы так поступали, прости, даруй мне вот такое сердце, чтобы даже тех детей, которые, может быть, непослушные, может быть, тех детей, которые иногда и меня чем-то огорчали, но чтобы просто покрыть это любовью и чтобы ко всем деткам относиться одинаково, так как ты, Господь, любишь всех людей. И прощаешь. И даже тогда, вот мы слышали эту прекрасную песню, пусть Бог благословит этого мальчика, да? Косари на лугу размахались острыми косами. Но суть-то здесь в чем? По милости Твоей, Господи, по милости Твоей я оставлен, по милости Твоей я еще живу. А сколько уже моих ровесников нету на этой земле, уже эта коса их скосила. А я по милости Твоей в доме Твоем, в храме Твоем, я могу петь Тебе, я могу молиться Тебе, я могу просто стоять в присутствии Твоем и славить имя Твое по милости Твоей. Я помню, было слово однажды пророческое к одному молодому человеку, и было сказано так, знай, что мера милостей моих для тебя отмерена. Вы знаете, я когда услышал это слово, я стал понимать, что все-таки с Богом шутить нельзя. Мера милостей моих отмерена. Где-то камень ляжет пред острой косой, а может быть, этого камня кто-то и уберет. И тогда что? И поэтому, молодые люди, мои братики и сестрички, помните, что есть милость Господня, но есть и момент, когда вот эта милость Господня заканчивается. И поэтому не будем шутить с Богом, будем ходить пред Богом богобоязненно, чисто, преданно, если чувствуешь ты, что до этого времени просто жил по милости. И спасала невидимая рука, и ты понимал, что ты был виновен, но милость Господня была.
кто сегодня вот в этой молитве может сказать просто: «Господь, прости меня». Вот давайте встанем, помолимся. Небесный Отец, их сердца миром, Господи, прости все то, что было не свято, не чисто в их жизни, Господь, Боже всемогущий, я прошу Тебя, пусть жизнь народа Твоего, семьи народа Твоего, Господь, будут основаны на Слове Твоем, на этом неколебимом основании. Тебе да будет слава за то, что голос любви Твоей сегодня звучит. Будь благословен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогая церковь, братья и сестры, я хочу передать привет из Белоруссии, особенно из пасторского совета Минской области. И лично Сергей Павлович Свор, это епископ Белоруссии, передавал привет. Пусть вас Бог благословит. Буду славить Тебе, мій Спаситель і Бог. Буду славить, буду славить за велику любов, за велику любов, за пролитую кров. Буду славить, буду славить за велику любов. Як багато для мене ти учини, душу радістю тихою наділи, мене радістю наділи. Прислужникам река по воле трона не видела такого торжества. Земляне в родах во множестве теснились, как листва. Князья народов не видела такого торжества. Земляне в родах во множестве теснились, как листва, князья народа. В потоке пестром волею Творца седра с друзьями они хранят по-прежнему в сердцах Господне знамя. Разорвана указом тишина, друг на деире, при звуке труп падите племена перед кумирам.
разорвана указом тишина, друг надеи речь, при звуке труб падите племена перед кумиром. Язычникам повергнул греха крест аккордом страшным, не тронулись, однако, трое с мест среди упавших. Пылало пламя гневом, царь дышал, кто эти трое? Их бросят в печь, но смерть от них ушла, они герои. Пылало пламя гневом, царь дышал, кто эти трое? Их бросят в печь, но смерть от них ушла, они герои. Горят горнила скорби, и теперь в темницах вера. Мир не спешит открыть свободы дверь сынам вещеря. Ни смерть, ни жизнь, ни шир, ни высота, ни слова ада не смогут отлучить нас от Христа. Мир нет возврата. Пусть знают плечи трудно сей свинец, душа отвергнись, навек украсит в небе твой венец святая верность. Пусть знают плечи трудно сей свинец, душа отвергнись, навек украсит в небе твой венец святая верность. Чого варта віра без страждання? І чим вимірюється вона в житті, як не тим хрестом без нарікання і слізьми, що мали всі святі? Легко вірити, коли в житті все добре, легко спішими іти в бою, легко в битві поряд із хоробрим. А коли стоїш ти на краю, а коли ти молишся і не маєш, а коли ти плачеш і без сил, чи тоді в житті не нарікаєш, що твої слова усі без крил? Легко вірити – це на словах, а в ділі? Коли бачиш ти каліку у житті, ледь душа його тримається у тілі, легко вірити тоді чи ні, що він зараз встане, заговорить, що воскресне з мертвих, побіжить? Легко вірити, коли Бог чудо творить, а коли Господь чомусь мовчить. Віра кожного пройшла вогненні печі, віра всіх пророків і царів, і тягар схиляв найдужчі плечі. Вірним не уникнуть тягарів. Вірою зціляли і воскрешали, пащі левам затуляли у ровах, ворогів численних проганяли, мали силу у своїх словах. Вірою і небо затуляли, і дощ рясний на землю проливався. Інші ж вірою в кайданах помирали. Хтось в пустелях без води скитався. Катували вірних аж до смерті, на хрестах палили для юрби. Хтось достойним був за Господа померти і мати в небі вічні скарби. Хтось достойним був, бо твердо вірив, як не на землі, то в небесах. Здійсняться всі заповітні мрії, зникне біль, страждання, зникне страх. Вірою за Господа вмирали, вірою усе життя жили. Про багатство навіть і не знали, вірою на хресну смерть ішли. Чого варта віра
без страждання. В вірі, перше ніж творити чудеса, маєш ти пройти випробування і залишитись вірним до кінця. Вірним так, щоб міг колись сказати, навіть якщо Бог і не зцілить, якщо навіть закують за грати, хліба не дадуть, води попить, нехай всі маєтки розграбують, заберуть із рук грудне дитя, хай мене до смерті закатують, вірю Богу, в нім моє життя. Ось де віра, не слова, а віра, та, що воскрешає і горить, християнська, певна, тверда, щира віра та, що з Богом поріднить. Амінь. Как сгустился на сей землей, зло свирепствует яростно. Люди в страхе от ужаса ожидают конца. Но для нас церковь истина, Бог давно открыл истину. Хоть кричит враг, не истоба, наша цель нам ясна. Церковь Божья истина, служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьмы опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи рабства разрывай, людям ко спасителю путь прямой указывай. Посмотри же вокруг себя, в мире ждут своего жнеца, каждый колос ты подними, правде путь укажи. Сколько много еще труда, мы почти у заката дня. Подвязайся же искренно, уже вечность видна. Церковь Божья истина, служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьмы опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи рабства разрывай, людям ко спасителю путь прямой указывай. Брань последняя впереди, так не будет, а позади. Меч свой руки возьми скорей, сердцем ты не робей. Ты помазана побеждать, не сдавайся, но наступай. Дух Господень видна тебе, помни это везде. Церковь Божья истина, служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьмы опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи рабства разрывай, людям ко спасителю путь прямой указывай. Церковь Божья истина, служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьмы опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи рабства разрывай, людям ко спасителю.
щелю путь прямой указывай. Жаль принимать участие в зібранні. А у нас сьогодні в гостях є брат Андрій Хрипта, це брата Івана, рідний брат, менший брат, який відвідав нас. Він мав сьогодні говорити теж коротке слово. Брат Андрій, якщо маєш привітальне слово коротке в декілька хвилин сказати, будь ласка, а вечором, якщо ти зможеш бути на зібранні, щоб проповідь сказати, добре? То ти скажеш тоді проповідь, будь ласка. Вітаю вас всіх, любов'ю Господа. Я не тільки привітання цього маю, я маю багато слів, але скажу коротко, дуже коротко. У мене скажуть, що таке позитивне враження, у вас дуже прекрасний спів, дуже красиво співає молодь, дуже красиво співає хор, дуже красиво співають діти. Я теж люблю співати, правда, мене не люблять слухати. І моя жінка, коли я женився, вона мене просила, щоб тільки я не співав. Але я продовжую співати тільки в той момент, коли мене ніхто не бачить. У мене багато говорити, свідоцтво є, можливо, вечором, якщо буду я у вашій церкві, можливо, другий раз, я перший раз у Сполучених Штатах. От, і надіюся, можливо, років через 5 ще раз прийду. От, і я би хотів передати привітання від Виноградівської церкви. Я би хотів передати привітання від закарпатських церков, всі щирі християнські привіт передавали. Я би хотів передати привіт від батька особисто і від братів, які служать у наших українських церквах. Я би коротко хотів одно місце напомнити, згадати, от, і що, якщо є оператор, щоб висвітилося, це Єврея, 8 глава, якщо можна, на українській мові. Я Біблію читаю на українській мові. І це Єврея, 8 глава. І вибачаюся, 9 глава, 14 стишок. Євреям? А, прекрасно, це ж українська мова. 14 стишок. Скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом. І російська Біблія пише далі, очистити совість нашу від мертвих діл для служіння Богу живому і істинному. Я коли читаю ці слова, я згадую, дорогі брати і сестри, своє життя. Кров Христа очищать совість нашу від мертвих діл для служіння Богу живому і істинному. Ісус Христос приніс себе в жертву Духом Святим. Казало б, до чого тут Дух Святий? Причому тут Дух Святий? Дух Святий дається враження, кажеться, говорити на інших мовах, прочастувати, проповідувати і так далі. Ми можемо перечисляти, для чого Дух Святий дається. Але Біблія нам каже, що бо Ісус Христос приніс себе в жертву Духом Святим, даним нам. Оказується, Дух Святий, він для того даний церкві, щоб принести себе у жертву. Хтось каже, що я можу служити Богу, я покаюся, я можу служити Богу. Недавно у мене підприємство, один робочий, який хворів, і він отримав від лікарів такий смертний приговор, кажуть, 2-3 місяці буде жити. Я йому до цього моменту проповідав Євангеліє, але коли, знаєте, така складна обставина, воно більш восприймається, це Євангеліє. І коли в нього такі мрії були, він казав, що полетить у Сполучені Штати, заробить грошей. Він трошки поводив себе неадекватно. Людина, якій під 60 років. І я йому скажу, Володя, ти помреш. Ти вже ніде не підеш, ти помреш. У тебе смертний приговор. І я тобі не хочу давати ніякої надії. Але я хочу, щоб ти примирився з Богом. Він мене слухав. І ви знаєте, у мене рідко в житті таке бувало, коли так людина щиро кається. Коли ми так стояли на грязній вулиці, він упав на коліна і почав, Господи, прости мене. Господь, я бачу, йому дав таке покаяння. Він почав дуже сильно плакати. Господи, помилуй мене. Якщо я залишуся жити, я буду тобі служити. Бо я буду все життя тобі служити. І мені підчеркну, я буду служити Богу.
Після молитви він став, але це лице його розцвіло. І він каже, мене тіло дуже болить, але на душі мені дуже приємно. Через 2 місяці він помер, але він помер Господі. Господь нам дав Духа Святого, щоб нам служити Богу по-новому. Люди самі це не можуть. Скільки раз життєві я хотів, у мене батьки віруючі були, а у мене була така бурна молодість. Я такий був, ну, як сказати, 40 привідів мав у міліцію. Я не раз у тюрмі не сидів. Мої брати віруючі, батьки віруючі, всі пастори, всі в служінні. Але я хотів нового життя, якогось такого. Мені казалося, що вони трошки якісь відстали. Вони не такі, як я. І мені так, знаєте, я іноді пренебрежительно до них відносився. У мене був бізнес, у мене було багато грошей. І мені казалося, в оцінні житті багато речей доказати. Але батьки мої молилися. І ви знаєте, моя мама, вона не на накачаній мисці, вона не багато книг прочитала, а вона може молитися. І коли батько вже руки опускалася, каже, я вже не можу молитися, скільки за нього молитися цей, він ніколи не навернеться до Бога, це неможливо, щоб він навернувся, я вже не вірую. А мама каже, я буду молитися, і вона продовжувала молитися, прийшов час. Я на одне служіння прийшов, я рідко ходив на служіння, мій батько проповідує, я в лісі стою, це було водне хрещення, 4 серпня 96-го року. Я так стою, моя сестра приймала водне хрещення, і він каже, у мене ще один син, який бореться з Ісусом, але я молюся за нього. Біля мене були невіруючі друзі, вони мене так, знаєте, підюкують, чуєш, твій батько за тебе говорить, мені трошки серце зжало. Але я нічого улибнувся. Вечором я розбив одну машину. Через неділю я розбив другу машину. І ще через неділю мене конфіскували огромні такі средства. І ще через неділю більше конфіскували. Залишив яся з того, що мав, як кажуть, зеро. У вас так говорять? Ноль. Сотні тисяч боргів, нічого немає. І я задумався. Я кажу, Господи, я буду тобі служити. Дай мені якогось мерседеса, не обов'язково нового, як я мав. Нехай буде йому 5 років, але мерседеса не було. Не було й москвича, якщо пам'ятаєте, така машина в Росії. Не було нічого. І коли через 5 років боротьби, я пам'ятаю, я бачу, що нічого немає, в мене все валиться. Я пішов у церкву і, знаєте, кажу, Господи, я хочу тобі служити, не зважаючи на обставини. Але дуже тебе прошу, забери мене, я не хочу жити, я буду тобі служити, але жити вже не хочу. Мені було дуже якось, знаєте, складно. Я знаю, як то зломити себе. Я молодь знаю, у вас, може, свої мрії, ви нарисували свої картини, але це, знаєте, яскраве. Діти кидаються на яскраве, а не на цінне. І в той момент, коли я, знаєте, нічого не відчув, я почав ходити на служіння. Почали замічати, Андрій Хрипта ходить на служіння. А що то може бути, Андрій Хрипта проходить на служіння? Я йду, у мене куртка за 28 гривень, є українські гроші такі. Я хожу далі на служіння. І ви знаєте, через якийсь час Бог хрестив мене Духом Святим. І ще через 8 місяців я віддав всі свої борги. Слава нашому Господу. Я вам не проповідую Євангелія благословіння. Я вам говорю, що якщо будете служити молодь Богу, ви будете найщасливіші люди на землі. Нехай вас усіх Господь благословить. Амінь. Друзі, які хотіли співати, і сестра Люда хотіла віршу сказати, якщо дійсно ви готували сьогодні цю пісню, будь ласка, коли він нас благословляє, коли ми з ним живемо, коли проходимо через трудності, через радості, через печалі, і через дійсно самі прекрасні моменти життя нашого, але з нами є Господь. Незалежно від обставин, незалежно від яких ми знаходимося в обставинах, але дуже важливо, щоб Господь був з нами. Щоб він благословляв нас, щоб нам служити йому, щоб нам любити Господа. Щоб у нас була ця дійсно віра жива, настояща віра, не на словах, а на ділі віра. Щоб ми вірили Господу не тільки тоді, коли все добре, а тоді, коли біда буває, коли нещастя буває, коли горе, коли скорб, коли сльози, коли печаль, коли буває якась болість, і коли врачі кажуть, що стали жити 2-3 місяці. Але в мене є жива віра, що я буду з Господом. Дуже важливо. Я пам'ятаю, мій проситель колись на Волинську завжди любив казати, що мій один друг на роботі казав, мені цінна віра тоді, коли в золотій оправі, не тоді, коли в дряхлих лахмоттях, не тоді, коли в мене нічого нема, а тоді, коли я обложений золотом. Отака віра мені цінна. Люди помиляються, по правді. А для нас цінна віра в будь-яких обставинах.
Сьогодні брат Міша говорив за мир Божий. І важливо настоящий мир, який Бог дає, тоді, коли бувають трудності, переживання, а в мене мир на серці, а в мене повний спокій. Та цей час Павел і Сила, побиті, поранені, в темниці, ноги в колоді, але в їх мир до серця, в їх повний спокій, а в їх дійсно радість Господі, молясь воспівають Господу. А ось тільки слухають, і думають, які дивні люди, побиті, поранені, ноги в колоді, а вони співають перед лицем Божим. Оце настоящий мир, який приходить від Господа. І Господь каже, я таки даю мир, який світ цей не дасть. Настояща радість в Христі Ісусі. Це радість не від прибилі якоїсь, не від багатства, не від грошей, не тільки від того, що все добре в сім'ї, що прекрасні діти, як вже брат Міша казав, коли вже внуки на руках, все мирно, спокійно, все хорошо. Але радість в Христі Ісусі, тоді коли біда й горе, але від Господа це радість. Радость наша совершенна, от Христа нет людей, і нічто во всій вселенной овладеть не може їй. О, це радість від Господа. Хай ця радість завжди буде в нашому серці, в нашому житті. Господня радість. Радійте завжди, казав Павел, і ще раз скажу, радійте, але де? В Господі радійте. Радійте Слову Божому. Радійте сьогодні те, що Дух Святий поселився в нас. Радійте те, що ми Господа знаємо. Надії на вічне життя ми маємо. Радійте, церква дорога. Дорогі мої, і по правді, як автор Одеписіка, радость в этом мире є скоротечна, а така радость безконечна, в небі буде вічна. Єсть ми в союзі з Христом. Там буде радость безконечна, на цій землі скоротечна, проходить вона, а там буде радость безконечна. В небі буде вічно. Но при условии, єсть ми в союзі со Христом. Якщо ми в союзі со Христом, і з нами Ісуса, і маємо свободу в нашому серці, і повний мир, і спокій, і незалежно від того, що случиться з мною завтра, якщо моє життя прекратиться, якщо дійсно мені прийдеться перейти від цього життя, я маю радість, бо я знаю, що я буду в Господі, там буде радість, на небесах. Коли ученики повернулися в свій час з місії, казали, Господи, де мене нам кораться? Радувалися вони. Господь сказав, не радійтесь тому, що вам де мене кораться. Але радійте тому, що ваші імена записані на небесах. Оце досконала радість. Те, що імена наші написані на небесах. А хто ще не має цієї радості, не має цієї спокою, хто ще не уверений в тому, що ім'я ваше записане на небесах, сьогодні ваш час. Сьогодні вийдіть наперед. Покайтесь перед лицем Божим. Присвятіть своє життя для Господа. І Бог дасть вам радість спасіння. І дасть вам повний мир в ваше серце. І це буде настояща жива віра, яка вас доведе до самих небес. Хай Бог благословить вас цьому, дорогі мої. В слідуючу неділю ми будемо мати хліболомання, вечеря Господня. Давайте будемо готуватись по-особливому до цього дня. Наталія Шикіл, вона є член церкви Сієтлі, там, де був на служенні Василій Іванович, в центрі Сієтла. На сьогоднішній день там Василь Папірник прийняв служення. Вона є там членом церкви. Її полюбив Вадим Губарик. Будь ласка, Вадим Губарик. Вадим Губарик полюбив Наталію. Вони мали обручення. І будуть готуватись до весілля. Я одне тільки прошу всіх молодих людей. Майте страх Божий. Правильно поводьтеся до весілля. Правильно навіть фотографіруйтеся на запрошення, по-християнськи, щоб це було. Правильно фотографіруйтеся, коли ви йдете вже перед вінченням самим, тому що буває забагато собі дозволяють молоді люди до вінчення. Я пам'ятаю, колись така велика стаття була в Seattle Times, коли молода пара американців готувалась до вінчення. Казали, наш перший поцілунок буде у алтаря, коли пастор дасть шлюбне оставлення. І хоча б дивувалися люди, відгукувалися, але так має бути. І це вже саме батько жениха, який являється пастором церкви американський, каже, от так має бути, ми маємо так учити людей. Бережіть себе, хай Бог благословить вас. Постарайтеся дійсно приготуватись правильно до весілля. А батьки, я завжди кажу, батьки, готуйте ваших дітей до весілля. Готуйте до сімейного життя, щоб вони були підготовлені. Добре, можете сісти до цього спереді.